Бывает, то, что супруге дарю, и дочери вот дарю цветы без повода. Просто после тренировки еду и заезжаю, покупаю цветы. Когда приносишь, во-первых, у них сразу настроение поднимается, во-вторых, ставят букет на стол, когда... То есть уже какая-то атмосфера в квартире уют придает. Вообще, конечно, хотелось бы, но у нас, к сожалению, нет. Ну, когда-то было в молодости, без повода, нет. Знаете, я настолько редко дарю цветы, что, наверное, радость. Кто же это не делает и по поводу, без повода? Муж мне дарит цветы по договору. То есть я не люблю цветы, которые, ну, поставил в вазу, они быстро... пришли в негодность, мне их очень жалко. Он мне дарит в горшках цветы. У меня поэтому дома целый дендрарий. Любовь, уважение. У меня же это 5 детей, 4 девочки и жена. Вот когда 8 марта, я им всегда покупаю цветы и дарю. И цветочный этот магазин, где я покупаю, всегда рады. Ну и так я женщинам дарю цветы. Ну это как бы вдохновляет, а женщинам это нравится.